На территории яхт-клуба это интересно спросить у вас. Вот. Посадите вот по центру, чтобы уже там где-то это. Здесь вот. Но ставьте по центру там. Да у него рассаживают. Реально, Владимир Иванович, скажите, вот один вопрос. Успеем и реально ли нам в Заводском районе, вот уже говорим сейчас конкретно, в Заводском районе ликвидировать детское пьянство? Вот реально это? Успеем? В какому сроку успеем? Вообще успеем? Или ну, успеем, чтобы оно нас не задавило вообще. Чтобы оно нас не прикрыло. Да. Не прикрыло лавиной. Знаете, мы всегда должны надеяться на лучшее. Да, проблема есть, и с ней надо бороться. И то ваше начинание, оно... Наше начинание, наше. Я думаю, что оно приведет к поддержке не только отдельных лиц, а всего населения, потому что проблема общая. Я думаю, что успеем. Мы должны быть оптимистами в этом вопросе, если мы все, как говорят, гурьбой, все вместе навалимся на этот вопрос. Спасибо. И у нас будет все хорошо. Спасибо.